Дети читают стихи для лабиринта Ру. Михаил Юрьевич Лермонтов. Бой с Барсом. Отрывок из Мцыри. Я ждал, и вот в тени ночной врага почуял он. И вой протяжный, жалобный, как стон, раздался вдруг. И начал он сердито лапой рыть песок. Встал на дыбы, потом прилег, и первый бешеный скачок мне страшной смертью грозил. Но я его предупредил, удар мой верен был и скор. Надежный сук мой, как топор, широкий лоб его рассек. Он застонал, как человек, и опрокинулся. Но вновь, хотя лила из раны кровь густой широкой волной, бой закипел, смертельный бой. Ко мне он кинулся на грудь, но в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть свое оружие. Он завыл, рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом. И во мгле бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенел, визжал, как он, как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков под свежим пологом лесов. Казалось, что слова людей забыл я, и во мне родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к иному звуку не привык. Но враг мой стал изнемогать, метаться, медленней дышать. Сдавил меня в последний раз, зрачки его недвижных глаз блеснули грозно, а потом закрылись тихо вечным сном. Но с торжествующим врагом он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу.